все же покажи реальных людей, как работать, как корректировать фигуру, как делать так, чтобы ноги были до ушей, а талии узкие. Я со своей командой стилистов скорректирую разные задачи. Никто не смотрит, какое у вас там бедро, или какой у вас живот, или какая у вас грудь. Хочется вспомнить, что ты все-таки еще секси-мама. Вот теперь это очень стильно, со вкусом и прям, ну, фэшионистка. Приветствую, с вами Ксения Князева, и сегодня у меня сверхзадача. В моем телеграм-канале вы мне часто пишете: «Ксюша, покажи реальных людей, как работать, как корректировать фигуру, как делать так, чтобы ноги были до ушей, а талии узкие». Я сегодня по запросам трудящихся сделала разбор нескольких разных женщин, моих подписчиц телеграм-канала, и сейчас у вас будет возможность посмотреть на то, как я со своей командой стилистов скорректирую разные задачи, потому что женщина приходит со своей болью, каждая. Посмотрим, что у нас из этого получится, но я уверена, вам это понравится. И самое главное, я четко поясню, что и как мы делали, в какой последовательности, чтобы вы могли сами дома справиться со своими задачами. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Хотелось бы посмотреть на себя под новым углом, в глазах Ксении себя увидеть, попробовать джинсы, потому что я вообще джинсы не ношу, обычно вот хожу в платьях, в черных, которые максимально камуфлируют меня. Ну как-то, не знаю, подавляется, видимо, какое-то желание выделяться или что, не знаю. Жакет ей длинный нельзя совсем. 50-52 такой. Пробуем его. Тут нам главное с сережками не переборщить. Вот когда у нас прическа на одну сторону, чуть добавляется динамика. Появляется, ну, молодость такая чуть-чуть. Вот это, ну, вы же молоденькая совсем. Сколько вам? 35. Молоденькая девчушечка еще. Зачем? Ну нет уж, молоденькая. Так, давайте вот что. Мы добавим серьги какие-то... не слишком большие, но и заметные. Вот такие добавим. Смотрите, поменьше отвлекающих элементов, правильная геометрия. Даша, то, что у нас с вами есть и бочка, и животик, это нужно принять. Не нужно этого стесняться, потому что самая главная проблема многих женщин заключается в том, что они так себя стесняют, что как вы прячутся за черные платья. А здесь важно что? Люди считывают общий образ, никто не смотрит, какое у вас там бедро, или какой у вас живот, или какая у вас грудь. Никто на это вообще не обращает внимания, все своими проблемами заняты. Но когда человек идет навстречу один другому, видит полный образ и считывает ваше настроение в первую очередь, как вы свой образ несете. Если вы несете свой образ достойно, если вы сами от себя кайфуете, на энергетическом уровне это считывается другими людьми. А если вы спрятались изначально, то люди вас вообще перестают видеть. Черные и серые оттенки, мы прячемся. Я сегодня выбрала специально серый, и то я не могу, да, не блистать, то мне хочется все равно, внутри-то во мне это есть. Но я выбрала серый, чтобы не быть главной героиней этого ролика, не отсвечивать, чтобы вы были главными героями. Поэтому здесь важно в росте, если небольшой рост есть и дополнительный вес, важно вот что соблюдать. Первое – это пропорции. Талия, бедро. Талия на месте должна быть. У нас с вами она вот на месте. Мы можем ее еще чуть поднять. Это еще удлинит ноги, если мы сейчас попробуем другие брюки с чуть более высокой талией. Дальше. Здесь мы открываем V-образный вырез, лацканы, правильное плечо, потому что без плеча увеличиваются руки, они такие еще более круглые становятся. Это нам не нужно. Дальше. Единая вертикаль цвета. Раз у нас синий цвет, вертикаль создана. И бежевый цвет кэмел, тоже вертикаль создана. Поэтому у нас с вами, и вы смотритесь подлиннее. Дальше. На голове мы не делаем приплюснутых вот таких вот причесок. Должен быть объем чуть-чуть, потому что это вытягивает рост. И если у нас вот симметрично было, как у вас до этого, то получается, что вас это приземлило немного, потому что тут все ровно легло у корней. Без объема, да. Вот мы с вами изменили направление прически, придали ей молодости, легкомысленности, понимаете? Вот легкомысленность, когда женщина в 35 делает ровный пробор, все. Если это не под образ определенный, то бывает там стрижки, специальный подробный пробор, это круто.
или там прямые волосы идеальные с ровным пробором, это красиво. Но когда у нас с вами чуть вьющийся волос, он объемный, пышный, и мы приплюскиваем его здесь, у нас сразу джинг, и мы становимся ниже ростом. Добавили чуть объем, убрали, да, симметричность, чуть асимметрию добавили, и все уже. Минус там 5 лет, вы сразу моложе, это хулиганство, это девичество в женщине, да. Оно у нас во всех у нас есть. Если она 25, ощущаю свои 38. Поэтому это важно. Дальше, добавили вертикаль цвета, дополнительную вертикаль, это тоже вытягивает рост. Можно убрать, тоже будет красиво, но мы ее добавили. Убрали многочисленные цепочки, вот это все какое-то вот тетина. Я не против цепочек, но когда у вас не слишком длинная, бесконечная лебединая там шея, да, нам нужно максимально ее вытянуть визуально, и все думают, надо вот цепочек навесить, а надо просто что-то современное, минималистичное туда. Вот оно как бы светит у лица, но не отвлекает на себя внимание. У нас главный герой – это синие джинса, леопардовый, и вот ваш кэмел-пальто. Все. А макси-пальто – это абсолютный тренд. Не стоит бояться женщинам невысокого роста носить пальто макси. Опять же, здесь самое важное – это пропорции конкретно в вашем росте. Плечо, талия, бедро – все длины соблюдены. Все, вы в макси-пальто. Мне оно будет вот так, и на мне оно уже будет миди, например. А на вас оно прям макси-классное пальто. Все, вы идете и заметно Дашу, эффектную, красивую, яркую. Вы заметили, что вы, ну, ярче стали? Конечно, глаза стали заметнее за счет того, что мы синим цветом их еще больше вытянули. Видите? Ваши глаза практически такой индиго цвет. Ну, я, конечно, вижу совсем другого человека в зеркале. А какого человека вы видите? Расслабленный такой. То, что игривая. Вы не получали удовольствия от своего черного платья. Мы с вами говорили примерочно о чем. Вы пришли, спрятались за него тихохонько и сидите. От кого прячешься, непонятно. Хочется все-таки быть заметной всегда, правда? Угу. Ну, хорошо. Что нового для вас было в образе? Вот так скажем. А нового для меня, ну, синяя обувь для меня это прям так необычно. Обычно черная же, обычно, да? Обычно, конечно, черная. Конечно, мы живем в ужасных вообще условиях, только черная обувь. Так. Я так-то за вами наблюдаю, я слышала про вертикали в одежде, чтобы не дробили, чтобы талия у нас подчеркнулась ремешком, да, это слышала. Но сам по себе ты же как-то это экспериментировать с бухты-барахты не получается. Почему же нет? Не знаю, как-то вот вас ждешь. Понятно. Ну хорошо. Мы попробовали с вами наконец-то брюки надеть, потому что до этого мы... Да, джинсы же я не ношу, кстати говоря. Это для меня точно новое. А мне нравится, как на вас джинсы сидят. Самое главное, мы их должны подровнять внизу, да, чуть-чуть убрать лишнюю длину, и все, будут прекрасно сидящие джинсы. И рубашка тоже. Угу. Там может быть, кстати, и белая рубашка, и футболка может быть хулиганская. Все что угодно. Вариантов много. У нас с вами получился, по-моему, классный образ деловой красотки, яркой, заметной. И вот так вы точно незаметно не останетесь. И вот если мы провели эксперимент, вас сейчас бы заметили там, и точно бы сказали, что это не та женщина, которая прячется и хочет вот так закрыть, потому что себя не любит. Это не та женщина, которая пришла в черном платье, это кто-то другой, да? Да, да. Надо любить себя. Вышли вот так, расправили плечи, и все уже. Другое настроение, другие ощущения, это те же. Вот так нужно каждый день. Тепло большое. Для того, чтобы слово «базовый гардероб» не был для вас каким-то эфемерным из другой планеты, я подготовила гайд, где вы можете сравнить свои вещи с теми, которые составляют базовый гардероб, а также посмотреть принципы составления этого самого базового гардероба на примере конкретных вещей. Обратите внимание, что эти вещи есть и в вашем гардеробе, но вы их никогда не комбинировали. А вот у вас будет подсказочка. Переходите по ссылке, скачивайте этот гайд по базовому гардеробу и пользуйтесь, девчонки. Ну тут все классно. Хочется просто сделать маму стильной очень, правильно? Хочется быть красивой мамой. Хочется быть, несмотря на то, что маленький, но уже мало осталось ходить в этом положении. Пару месяцев? Меньше уже месяц. То есть 36-я неделя вообще. Ну значит, вам недолго. Мне недолго осталось, но это не повод не радовать себя. Я просто точно знаю, как мама двоих детей, насколько это состояние убивает в тебе женщину в другом смысле этого слова. Ну, то есть ты ставишь такая мама.
не хочется упустить, когда ты секси, когда ты все еще красотка, которая была до замужества. Вот это вот теряется чувство, согласись. Да. Ну вот, а мы его сейчас вернем. Циркуляция крови в организм беременной женщины должна быть идеальной, чтобы все вот нигде не передавливалось. Поэтому мы берем актуальную платье-рубашку, которую потом еще можно надеть весной и даже летом ее носить, которая может быть распашонкой, можно носить ее потом с джинсами, можно надеть ремень. И, короче, вариантов этой рубашки потом очень много. И даже эта рубашка скроет остатки животика, которые уйдут на какой-нибудь там месяц после родов, а может, у кого-то и сразу. Но в целом это рубашка, которая будет актуальна раз, многофункциональна два, и комбинации с ней огромное количество. Волосы назад. Хочется губы тебе чуть накрасить, но это ладно. Вот сейчас многие меня судят, скажут, для беременной такое невозможно носить. Но есть вечера у беременных, когда очень хочется вспомнить, что ты все-таки еще секси-мама, а не просто мама. И вот для этого иногда у нас есть очень удобные ботфорты, очень удобные и очень сексуальные мини, которые потом можно тоже, кстати, носить. Так, вспоминаем походку из прошлого недавнего. Давайте поговорим о задаче, которая у нас стоит, Ольга. Какая задача? Чего хотите? Хочется быть постройнее. Постройнее. Да. У меня рыхлое тело, и все вот... Подсобрать хочется. Да, достаточно. Угу. И, в принципе, какой-то там подтянутый, поджарый я не была никогда. Как и я. Ну. Смотрим вводные данные, с чем мы работаем. А мы работаем. Тут вы правильно, кстати, все заправили. Наслушалась. Ну, вообще, я рада. Ну, смотрите, длина ног-то отличная, талия высокая, все как надо, все на месте здесь у нас. Здесь у нас, во-первых, большая хорошая грудь, но, по-моему, правильно бюстгальтер выбран, что она не на талии лежит. Вот у вас линия талии до груди далеко, все хорошо. Здесь есть, здесь чуть бочка, мы их подсоберем. Здесь плечо круглое, заострим немножко его, чтобы оно не было таким прям обтекаемым. Но в целом в этих кофтах норм, оно не критично, потому что у вас есть рост, талия, бедро, большая грудь, правильно V-образный вырез его подобрали, чистое открытое лицо, с которым можно делать все, что угодно. Брови какие угодно, губы побольше, поменьше, и глаза прекрасные, красивые, зеленые. Все, я знаю, какая я могу быть, меня это бывает. И даже я сейчас после работы, я вот такая на работе. Вы сами-то что хотите внутри? Вы говорите, я знаю, как я могу выглядеть. То есть вы внутри другая, но надеваете вот эту маску, чтобы не раздражать других людей. Они того стоят, они этого заслуживают, эти люди. Они такие замечательные все вокруг. Меня пугает слишком много внимания ко мне. Потому что я боюсь осуждения, там, раздражения других людей, зависти. Насколько я понимаю, если человек сам завидует, он сам себе вредит. Не вредит никак тому, кому завидуют. А вы себя от этого ущемляете в своих ощущениях от одежды. Ну, то есть, если бы каждая модная, сильная женщина думала про зависть других людей, она бы, ну, мы все серые бы ходили. Если вы будете в своем поселке или где живет частный сектор, где много все друг друга знают, сияющие женщины, за которые, глядя на которые, другие женщины тоже начнут преображаться. Вот у вас каждая боится, и все ходите одинаковые. Одна хоть немножко будет поярче, глядишь, и другие подтянутся. Можно по-другому же это все воспринять. Ну, типа, никогда вот они посмотрят и осудят, а они посмотрят, скажут, мы тоже так хотим. Скажут, а где, скажи, пожалуйста, где ты так наряжалась, как это происходит? Ну-ка, подскажи, вы еще будете главным стилистом там у вас на районе. Сделаем так. Будем мы выделяться, но очень аккуратненько, потихонечку, чтобы не было для вас вот этого резкого перехода, а потом как сделаем. Я хочу сделать ей образ в стиле 70-х, ну прям чтобы там женственный-женственный был. Мне кажется, не хватает немножечко макияжа, не хватает на ее лице, но я вытяну его очками. Вот, все, я беру джинсовое платье вот это и беру ей вот так. Супер, супер, супер. Здесь у нас получился образ в стиле 70-х, мы можем с вами
чуть-чуть освободить ручки, облегчить еще вверх. Смотрите, как симпатично будет. Даже вот просто вот так, здесь сеточка. Такая здесь более женственная. А сейчас сделаем немножко подинамичнее еще. Одну минуточку. Так, эти 46-е. Значит, мне придется идти на склад, походу, топать на склад. Я ищу юбку правильной длины на нее. Вот второе, я ищу на нее джинсы на высокой талии, чтобы как раз бедро это размазать еще по вышине, по высоте. И я ищу что-то, что сделает ей плечо. А Ольга, что здесь важно? Когда нам нужно скорректировать немножко животик, мы вот что делаем. Во-первых, убираем ткань не светлую, которая немножечко рябит. Вот когда у нас ничего не выделяется, и вот здесь есть такая легкая рябь, это отвлекает внимание от всех выпуклостей. Это первое. Второе. Добавляем вертикаль, который нам разбивает этот животик. Вот она прямо смотрится и очень плоско, потому что черный цвет поглощает цвет, выглядит плоско здесь. Дальше, когда у нас принт еще вот в этой зоне нам дает немножко объем, чтобы попка покруглее смотрелась, плюс сзади мы с вами вот так вот тоже пополам разделили все, вытянули ноги. А если мы вот так руку уберем, у нас вот здесь отходит от спинки и получается как бы еще более узкая талия. У нас талия узкая смотрится за счет чего? За счет того, что мы вот тут затемнили в этой зоне, да, обрезали чуть-чуть. И у нас видна вот эта часть черная. И кажется, что вот она талия. Либо вот, либо вот. Вот теперь это очень стильно, со вкусом и прям, ну, фэшионистка. Представляю, как в вашей местности девчонки-то посмотрят. Ну, мне нравится очень, правда. Вы что сами-то думаете, Оля? Для меня очень непривычно. Никто не обещал такая привычного. Расцветка. Смысл тогда? Ну, и хотелось, да, выпрыгнуть из привычного. И вы хотели структуры. Вы получили структуру плечо четкое, талию, бедро и еще и фишечку в образе. Вот от чего кайфовать идешь и такая... Короче, не мне вам объяснять. Пройдите и просто почувствуйте себя вот так. Вот так, смотрите, тоже возможно. Когда мы с ним встречаться начинали, я ходила в шляпе. Но чуть меньше полян были. Ну вот. И тем не менее. А теперь в свитерах растянутых. Когда мне было 16. Каждый раз я удивляюсь, почему вы себя так не любите, что терпите плохую одежду какое-то продолжительное время, одежду, которая вас не красит, вам не идет, не дает никакой эмоции, никакого настроения, и вы долго, годами некоторую эту одежду носите и ждете, пока придет Князева и даст вам волшебный пенделек. Но, девчонки, берите себя в руки уже и без меня, по тем рекомендациям, которые я давала в ролике, и начинайте потихонечку сами выстраивать свой потрясающий базовый гардероб с акцентом, с характером. Welcome, это все возможно. И вам для этого не нужно много денег, не нужно мужа-олигарха, и главное, времени много не нужно. Один раз разберитесь, как это делать. Вам все разжевано и положено на тарелку. Только берите и применяйте. С вами была Ксюша Князева. Большое спасибо вам за лайчонковый комментарий. И напишите в комментариях под этим роликом, как давно вы обновляли что-то в своем гардеробе осознанно, так, чтобы это действительно приносило вам радость, а не то, что хотели курочку покушать и купили кофточку. Ну, заели, скажем так, то, что хотелось заесть. Или психанули и купили штаны, а они не подходят, например. Вот напишите, очень интересно.